Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать о еще одном конкурсе центра Snail, конкурс «Игра по ОБЖ «Муравей». Конкурс стартует уже 11 ноября, и принять в нем участие можно до 22 ноября. Участниками могут быть как воспитанники детских садов, так и ученики первых восьмых классов. Суть конкурса состоит в том, что каждый из нас должен всегда уметь защитить себя, свое здоровье, своих близких. И задания мы составили по предметным линиям: помоги себе на природе, на улице, как вести себя с незнакомыми людьми, как оказать первую медицинскую помощь. То есть все самое необходимое, что должен знать ребенок каждого возраста. Поэтому в этом конкурсе всегда с удовольствием принимает участие очень много ребят, и я надеюсь, что в этом году вы своими учениками тоже выберете и примете участие, потому что это прямо практикоориентированный конкурс, который сможет не только проверить знания детей, но и заставить их задуматься, что это очень важно, сохранить жизнь себе и своим близким. Итак, конкурс с 11 по 22 ноября, конкурс «Игра по ОБЖ «Муравей» для учеников дошкольников и первых восьмых классов. Регистрация, как всегда, на нашем сайте snail.rf. Заходите, регистрируйтесь, мы вас ждем.